Добрый день, дорогие коллеги. Мне досталась прекрасная возможность поблагодарить всех, кто принял участие в нашем европейском проекте «Европейские недели». И я хотела бы сказать спасибо как всем участникам, так и всем организаторам, потому что это практически прорыв в нынешнее время, и ни у кого на рынке подобного не увидишь, если говорить про Европу. Мы снова открываем с вами Европу. Я вас поздравляю! Вы увидите, все эти страны были представлены в онлайн-мероприятиях, и была возможность увидеть все новшества, изменения, которые произошли за период пандемии. Это очень важно знать, что же нового открылось, что закрылось или что реновировалось, где особенно ждут наших клиентов. В проекте приняли участие 376 человек, из них 48 успешно прошли сертификацию. Спасибо всем огромное от нас, потому что это наш большой коллективный труд. Каждый из руководителей направлений готовился, собирал информацию, готовил ее для вас, а вы очень благодарно воспринимали ее. Я знаю, что вы донесете ее до своих клиентов, для своих агентств, если это, например, наши офисы. И мы рады сегодня разыграть призы между теми, кто прошел сертификацию. Обратите внимание, призером может стать только один участник от агентства. Итак, да, у нас с вами первые три приза. Они предоставлены хорватским туристическим сообществом. И я не могу не сказать несколько прекрасных слов о Хорватии. То малахит, то изумруд блестящий, аквамарин, лазурь и бирюза. И кажется, что цвет не настоящий. Не веришь даже собственным глазам. Там струи белых быстрых водопадов взрывают гордый каменный ландшафт и падают стремительным каскадом. И это наяву, не в миражах. Это о Хорватии. Спасибо офису по туризму. И мы разыгрываем первых три приза, подарочные наборы. Наш барабан. Мы крутим его и узнаем с вами, кто же получит эти прекрасные подарки. Так, внимание. Та-да-да-дам. Итак, первый подарочный набор получает «Роза ветров», Нижний Новгород. Федотова Ирина, поздравляю вас. Вы начали череду победителей. Так, закрываем, еще немножко крутим. И получаем второго владельца приза. И это «Глобус Тур», Сочи. Калимулина Светлана. Я надеюсь, что я произнесла правильно ваше имя. Я вас поздравляю. У вас будет очень приятный подарок от представительства хорватского туристического офиса. Итак, третий подарок. Итак, наш победитель — Магнитогорск. Аверьянова Татьяна Александровна. ООО ТК «Роза ветров Урал». Привет вам! И наши поздравления. Ну что ж, а мы идем дальше. И подарочный набор от цепочки отелей «Хелиос» из Греции. Это семейный бизнес, это 7 отелей. Из них 3 входят в «Leading Hotel of the World». Сейчас получит наш следующий победитель. Так, вертим наш барабанчик. Тоже у нас, да-да-да, получит набор «Москва». И тут пауза у нас. Диас, Яшвили Ирина Михайловна. Я поздравляю вас. Очередной подарок нашел своего владельца. Ну и две ночи на двоих на завтраках. Первые ваучеры наши. В Superior Sea Room от Park Lane. Luxury Collection Resort Spa Limassol, Кипр. Отель открылся в 2019 году. Посмотрите, какие там пейзажи, какое море, какая инфраструктура потрясающая. Итак, кто же отправится у нас отдыхать на две ночи? Кипр. Так.
Смотрим, немножко выпали у меня, но я назад, в руке у меня уже есть победитель. Смотрю. Итак, Минск. Тревел просто. Лишенко Елена. Елена, я вас поздравляю от души. Посмотрите, какая красота вас ждет впереди. Все остальные активно участвуйте в будущих проектах. Так, и две ночи на двоих на завтраках в одном из отелей Kio Laguna Resort Italia. Это прекрасные бухты, это прекрасные виды, это роскошные отели, и две ночи будут ваши. Вытягиваю победителя. Итак, Самара, ООСТ, Никулин Илья Андреевич, поздравляем. Мужчина стал владельцем двух ночей в чудесном отеле, в одном из отелей Kio Laguna. Поздравляем от души. На этом наш розыгрыш подошел к концу, но на этом не заканчиваются мероприятия образовательные, которые проводит компания Pop Group. Пожалуйста, участвуйте в них. Чем больше мы с вами продаем, тем больше у нас с вами возможности получить призы. Спасибо, отличного вам летнего сезона. С удовольствием с вами была я, Анна Овчаренко.